Всех поздравляю с праздником входа Господня в Иерусалим. Неделя Ваи, как называется у нас, или вербное воскресенье. Вот мы с вами вместе с теми, кто встречал Господа, мы предвозвещаем, как поется в тропаре, воскресение Господне. То есть мы встречаем Господа как Царя, встречаем как Царя всего мира, как Создателя мира, как того, кто должен совершить искупление и спасение всего рода человеческого. И вот мы его тоже встречаем, восклицая «Осанна Вышних» вместе с теми людьми, которые это делали в Иерусалиме. Но вот мы сейчас уже больше знаем, чем они, потому что практически никто из них не знал того, что знал только сам Господь, о том, что Он идет на страдания, о том, что Он идет на смерть. И встречали как царя земного. Вот мы сейчас с вами уже понимаем, что Господь, Он пришел не как царь земной, но пришел для того, чтобы всех с собой взять Царство Небесное. И вот это Его путь, Он проходил через страдания, через смерть. И вот мы тоже с вами сегодня, радуясь, восклицая «Осанна», приветствуя Господа, мы приветствуем Его шествие на страдания. И тоже мы понимаем, что вот пройдет еще буквально несколько дней, и будут кричать «распни, распни Его». То есть будет Господь идти на страдания, всякую несправедливость, претерпевая ради спасения человека, идя добровольно на это. То есть мы знаем что, тоже, что Господь не невольно шел, но, как Он сам свидетельствовал, мог бы призвать и легион ангелов, которые бы не дали этому совершиться, но Он пришел исполнить волю Отца. И поэтому мы, зная это тоже, мы сегодня и радуемся, но и готовимся к тому, чтобы за Господом пройти вот эти дни скорби, дни страданий Господа, но и при этом с вниманием припасть к тем и словам, и действиям Господа, которые Он совершил в эти последние дни. Вот в эту Страстную Седмицу мы, как и всегда, будем вслушиваться и в слова Господа, будем всматриваться в то, что Он делал со Своими учениками, как Он и многие умывал, совершал Тайную Вечерю, устанавливая таинство Евхаристии, и прочее. Все то самое важное, наверное, то, что Господь совершил. Поэтому будем сегодня радуясь, будем готовиться уже и к Страстной Седмице, чтобы нам с радостью встретить и само Светлое Христово Воскресение. Аминь.